У нас рисуют, это педагоги наши, видите, такие милые котята для детей. А кто ж у нас так, все? Все, у нас большая часть очень творческих людей попалась, они прям вот, дайте мы будем рисовать, я говорю, пожалуйста, все стены ваши. Новый детский сад в Дашковой Песочне – это не просто разгрузка очереди на 290 позиций. Учреждение обещает стать в дошкольной среде законодателем моды. Дело тут не столько в 252 миллионах рублей, потраченных на строительство, оборудование и методики на самом современном уровне. Николай Любимов не удержался. Здесь предусмотрена даже комната релаксации с сухим бассейном и тактильной зоной. Такого сегодня нет нигде, но точно будет еще. Глядя на уже построенное здание, тысячи дополнительных мест за год уже не кажутся какой-то сверхзадачей. Промежуточная статистика выполнения тех самых майских указов вполне приличная. За последние 3 года в области возвели 25 новых дошкольных учреждений, включая ясельные пристройки и отдельные детские сады. Этот 5-й в списке. Дальше больше. 290 детей сюда, как минимум, может прийти теперь в микрорайоне ДПР-7. Конечно, потребность еще очень большая. И особенно в ДПР-7, там, где строятся до сих пор и будут строиться новые дома, приезжают жить семьи с детьми, приезжают молодые семьи, у которых потом появляются дети. Здесь нужны еще детские сады, здесь, конечно, нужна школа, здесь нужна поликлиника. Скорость возведения детского сада близка к рекордной. Строили всего 5 года, качество сомнений не вызывает. И это пока крупнейший новый детский сад в области. Его двери детишкам откроют уже завтра. Все места укомплектованы. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».